В Белгороде стартовал международный инженерный чемпионат КСИН. Площадкой был выбран НИУ БелГУ. Студенты вуза в прошлом году показали высокие результаты в финале чемпионата и стали победителями лиги по горному делу. В этом году на конкурс заявилось 9 команд. Молодым людям предстояло решить инженерные кейсы и представить на суд экспертов свои идеи. О самых креативных и нестандартных проектах расскажем в сюжете. Борисовский каменно-угольный разрез – виртуальное предприятие с реальными показателями. Команда «Горизонт» в основе решения инженерного кейса опиралась на экономическую эффективность. Студенты уверены, рентабельность добычи угля зависит в первую очередь от правильно выбранной стратегии поведения на рынке и технологии производства. Конечный продукт предприятия в виде сырого угля и сезонность его поставок весьма ограничивает рынки сбыта. Крышные породы мы предлагаем использовать в составе шихты при производстве керамического кирпича, для производства аглопорита и для получения германия, которая является важнейшим полупроводниковым материалом и по стоимости приравнивается к золоту. Для меня участие в этом конкурсе в первую очередь дает опыт. Опыт, которого я больше нигде не смогу приобрести. Опыт по решению инженерных кейсов, попробовать себя в инженерной отрасли. Пока учимся в институте, мы, конечно же, пробуем все новое, находим себя, находим лучшие перспективы для нас. И, возможно, если пойдет все хорошо дальше, возможно, и свяжем с этим свою жизнь. В этом году свои проекты на суд экспертов представили 9 команд. Это будущие инженеры, геологи и экономисты. На решение технокейсов участникам чемпионата отводилась неделя. Прежде всего речь шла об оптимизации горного производства. Может быть, о подборе нового оборудования, которое является более экономичным, более эффективным. Должны были по возможности рассмотреться вопросы, может быть, экологии. Студенты должны были предложить пути сбыта этого угля. Продемонстрировали, прежде всего, умение комплексного подхода. То есть решить одну задачу, не затронуть другие, было нельзя. В комплексе. Оценивала проекты экспертное жюри, в состав которого вошли представители промышленных компаний региона, органов власти, преподаватели вуза. Оригинальность идеи и ее экономическая обоснованность – это те показатели, которые учитывались в первую очередь. Для студентов чемпионат по горному делу – это возможность не только быть услышанным. Это делает их на шаг ближе к мечте, а именно стать инженером одного из ведущих предприятий страны. Работодатели ждут молодых, перспективных и креативных. Я думаю, к таким студентам относятся с большим интересом работодателя, вот. Тем более учитывая, что прошлогодний победитель у нас работает. Я в первом таком чемпионате участвовал, продолжу не будучи студентом. Вот. Берут предприятие, значит, активно. Студенты могут проявить себя. Самое главное, ждем новых креативных идей, нового видения в вопросах решения задач горного дела, чтобы проявили себя как специалисты, умеющие ставить перед собой задачи. Самое главное – красиво и качественно их решать. Международный инженерный чемпионат КСИН проходит в четвертый раз. Свои проекты в течение 4 месяцев будут представлять более 5000 студентов и аспирантов из 37 вузов России, Казахстана и Монголии. Финал конкурса состоится в мае этого года в Москве. Наш город будет представлять команда НИУ БелГУ «Горизонт». Олеся Веденеева, Павел Емелин, к этому часу. Белгород.